тяжелее, но он более наглый, да? Лови, жди, без суеты, чтобы не сдохнуть. Левшой работаешь. Что надо делать? Обмануть. Да, да, да. Пожали руки. Время бокс. Ждешь, Алим, ты ждешь его. Дернул назад в сторону. И вот тут в сторону надо было. Назад, во-во-во-во-во. Дергать вправо, влево. Твоя основная атака, Алим, с правой руки. Ее надо спрятать. Надо за ногу подойти и попробовать. Левша всегда ждет, что ты будешь справа бить. Закручивай за правую ногу, тогда сблизишься. Почему пробило остался? Вот и получил. Не кидаться, не кидаться, не дави буром. Не кидаться, не кидаться. Мы видели, что в тебя идет атака. Ну разорви. Разорви вправо и ударь. И тут же влево надо было. Во-во-во, и тут же вот-вот туда. А теперь вправо и ударить. Пробую качнуть вправо удар. Во! Влево, вправо удар. Влево, вправо удар. Вне ринга поменялись, пожалуйста. Передняя рука, передняя рука. А, ноги встали, ноги встали. Финт, финт, финт. Оп, туда достать. На ногах, пожалуйста. Финт передний дернул вправо. Алим. Алим. Та-та-та. Пробуй, собрани. Вот это. Только с ногами. А-ха-ха. На дальней дистанции. Все понты на дальней дистанции. Время. Молодцы. Понимаем? Вот устал, да, посмотри, вот более подвижный, молодой. Чего ты пытаешься за ним успеть? Наоборот, меньше действий. Все, ну к тому же он тебя легче. Включай свои возможности. Всегда, знаешь, с боксером надо что? Драться. А с драчуном боксировать. Поэтому не от него, это вот ему на дальней дистанции, видишь, прикольно, вот у тебя раздергивает такой король. Поэтому хлоп к нему. И тут уже через глухую ты работаешь. Он уже тут легенький начинает прыгать, уже ему деваться некуда. Идет в тебя действие, Алим. Ну ты видишь действие в тебя. Ты готов. Ты специально вот тут и поддавливаешь. Вот, вот этот челночок, он для того и настроен. Что ты вот здесь давишь, да, вот ты этот момент ты и ждешь. И когда в тебя кинешь, ты там обыграть его. И тут же нахуй за кулаками ворваться. С правой руки начинается атака с левшой, но ее спрятали. А левша знает об этом, прекрасно знает. Вот ты, тебе сблизаться за левую ногу, качнул сюда, дернул. Естественно, он бьет тебе что, левый качнул. То сюда тебе уходить тоже тяжело. Поэтому вперед, назад, в сторону. И вот этот финт сюда качнул вправо, влево точнее. То есть вот тут раздергивать, назад, в сторону. Назад в сторону ударю, назад, оп, и тут подбирать смещение. Ты провалил вперед, тебя ждут, правильно? Провалил вперед в сторону и удар.
Два действия. И еще раз, все финты на дальней дистанции. Видел несколько раз, дернулся такой, а тело ударили. Конечно. Все, пожали руки.